левый включен, смотрим. Например, он левый включен, правый смотрим. Правый включен, например. Дальше. Здравствуй, небо, море, облака. Мы взлетаем с аэродрома в Адлере. Вертолет Ми-171 пилотирует Александр Бурилко. С красным дипломом он закончил Омское летное училище сегодня. Ну, если честно, вот приборное оборудование это является, наверное, самым сложным предметом, потому что как бы вот эти схемы и тому подобное, и запомнить все там прям индексы, сколько сколько делений, например, это как бы вот это, наверное, самое сложное. Небо пленило Сашу с детства. Его отец был пилотом самолета, но мальчика заинтересовали вертушки. Сначала он поступил в летное училище у себя в Крыму, затем перевелся в Омскую Алтугу. Учителя говорят, студент все схватывал на лету, предпочитая теории и практику. Махом освоил тренажеры Ми-171, Ми-8, Еврокоптер. Мой лучший ученик, вот, надежда наша и опора, как говорится. Сейчас его приглашают в несколько авиакомпаний. Какой он выберет, я думаю, что в любой авиакомпании, куда бы он ни попал, он покажет свои знания достойные. И мы будем радоваться за его успехи. После отработки всех аварийных ситуаций на симуляторах, будущие пилоты оттачивают мастерство на реальных машинах на аэродроме в Калачинске. Выпускаются специалисты с налетом 100 часов и трудоустройством. Сашу ждет авиакомпания «Ямал». Там он будет дальше копить летные часы и зубрить английский. Все это нужно для работы за границей. Хотелось бы, мне кажется, каждый человек планирует совсем другие заработные платы, понятное дело. Ну, надо, необходимо выучить английский язык как минимум на 4-5 уровень. И это, ну, это, я думаю, в перспективе все будет. О работе, например, в Средней Азии задумывался каждый из 110 сегодняшних выпускников Алтуги. Другие деньги. Их труд там оплачивается в 2, а то и 3 раза больше. Только за последние 2,5 года туда перебрались 300 командиров воздушных судов и инструкторов. Еще 400 человек находятся в процессе трудоустройства. Российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров. За профессию обидно, сетует отличник Аэрофлота Анатолий Якуш. 30 лет он возглавлял Омское училище. Пилоты должны, как инженерно-технический персонал, должны получать достойную зарплату, чтобы он не думал, уехать в Китай или не уехать. Он знал, что он в Омске, в Москве, у него здесь семья, все, он летает спокойно, безопасно и получает достойную зарплату. Я только за то, чтобы создавать условия. Но пока идут одни разговоры, вот подняли 470 тысяч в Аэрофлоте, подними 900 тысяч. Тогда никто не поедет. И ведь отдаем первоклассных спецов. Выпускник Алтуги уже своеобразный знак качества. Наших пилотов знают по всему миру. Старейший колледж сейчас гражданский, а раньше был военным. 20 лет готовила военные кадры 40-х годов, на которые участвовали в Великой Отечественной войне и ковали победу народ. Потом стала гражданским. И готовит гражданских специалистов для гражданской авиации. Летный состав, технический состав для выполнения подвода. Это единственное училище в Российской Федерации, которое готовит вертолетчиков. Из-за дефицита капитанов воздушных судов российское правительство даже постановило привлечь 100 иностранных пилотов. Кое-как приехали 20. Никто не едет. Если наши уезжают, тоже приедут. Да, могут приехать иностранные пилоты. Я много лет отлетал сам, я могу предсказать и сказать, что приедут далеко не квалифицированные пилоты в российские авиакомпании. Квалификации, пускай даже сегодняшних выпускников Алтуги, сомневаться не приходится. Давайте сейчас отработаем РСНВ, вот. Выключаем двигатель, выдерживаем скорость 120, шаг вниз. Да, все, вот слышите, нету. Все, опускаем шаг вниз, это чтобы обороты не потерять, несущего винта. Вертолет в режиме самовращения несущего винта успешно приземлился. На борту были Анна Рыбина и Андрей Кузьмин. Антенна 7.